Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Уборка. Пеппа и Джордж играют со своими игрушками в детской. Джордж, давай играть в кукол и в динозавров. Кто это? Это какой-то ужасный монстр. Динозавр. Это динозавр. Нет, нет. На помощь. Папа свин в гостиной. Он читает газету. Мама свинка читает книгу. Что они делают? На помощь! Пеппа, Джордж, что происходит? Что это за шум? Нет! Да что же там творится? Какой страшный шум! И что это за жуткий беспорядок? Кто-нибудь может поскользнуться и удариться? Кое-кто уже подскользнулся и ударился. Ай-яй-яй, бедный папа свин. Пора браться за уборку, дети. Но, мама, мы играем в кукол и динозавров. Да играете, когда уберете. Но это все Джордж разбросал. Неужели? Выходит, что это одно из платьиц Джорджа. Нет. Но кое-что разбросала и я. Я буду помогать Джорджу, а мама-свинка Пеппе. Устроим соревнование, девочки и мальчики. Правильно. Посмотрим, кто закончит первым. На старт, внимание, марш! Мы выигрываем. Вот и нет. Влад? Ой, что это? Тедди, а я тебя искала. Скорей, Пеппа, клади своего Тедди в корзинку. Вот, теперь книжки. Чудно. А это что такое? Динозавр. Правильно, книга про динозавров. Это же книжка-раскладушка про динозавров. Это тиранозавр Рекс. Тиранозаврус Рекс. Правильно. О, это бронтозавр. Бронтозавр. Да. А это трицератопс. Трицератопс. Молодец, Джордж. Джордж любит динозавров. Папа, Джордж, вы не убираетесь? Вы проиграете. О, да, уборка. Скорей, отнеси ее на полку. Папа, ты очень медленно прибираешься. Мы с мамой выиграем. Нет, это мы выиграем. Мы выиграли. Нет, мы выиграли. Все выиграли. Смотрите, как у вас чисто. Ура! Какая чистая комната. Мы все молодцы. Мама, раз мы уже прибрали, можно нам поиграть в кукол и динозавров? Да, теперь можете играть дальше. Ура! Где мои куклы? И где динозавр? Вот они! Динозавр! Это динозавр! Нет! Нет! О, нет! В комнате опять беспорядок. Ой, ой. Ну, хоть недолго, но было убрано. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа.
Папа решил стать стройным. Мама-свинка смотрит по телевизору аэробику. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяй за мной. Согнули, разогнули. Люблю смотреть телевизор. Что это, мама-свинка? Это программа для тех, кто хочет быть стройнее. Слава богу, мне не нужна аэробика. Я стройный от рождения. Ты не очень-то стройный, папа. У тебя большой живот. Я очень стройный. Я тебе покажу. Что мне сделать? Ну-ка, нагнись. Вот так. Легко. Папа, не притворяйся, что не можешь нагнуться. Я не притворяюсь, Пеппа. Папа-свин правда не может нагнуться. Ой-ой-ой, папа, это нехорошо. Может, мне не помешает аэробика? Да, папа. Я начну завтра. Папа-свин, ты должен начать заниматься сейчас. Не бойся, папа, я тебе помогу. О, ну ладно. Пеппа, ты отвечаешь за мою стройность. С чего я должен начать? Сначала сделай отжимание. Легко. Один. Два. Все. Хорошо, папа. А теперь ты должен отжаться еще 100 раз. Целых 100? Да. Пойдемте, пора готовить обед. Я вам помогу. Нет, папа, ты же должен отжаться 100 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Мама, свинка, Пеппа и Джордж готовят обед на кухне. Шесть. Папа, свин все еще отжимается. Семь. Восемь. А у папы получается. Девять. Десять. Да. Одиннадцать. Надеюсь, что он не надорвется. 12. Я пойду посмотрю. 13. 14. 15. 16. 17. Папа, свин, так нечестно. Ты должен отжиматься. О, там очень интересная передача. Хитрый папа. Может, у папы лучше получится с моим тренажером? Ага, это будет весело. Я буду крутить педали и смотреть одновременно. Это невозможно. Тренажер слишком шумный. Я ничего не слышу. Но ты же хотел стать стройным. Я знаю. Возьми мой велосипед, папа-свин. Да, заодно подышишь свежим воздухом. Папа-свин отправляется кататься на велосипеде Пеппы. Папа, это педали, это тормоз, а это звонок. Да-да, Пеппа, я знаю. Пока. Проще простого. Папа-свин едет очень быстро. Я худею, даже не крутя педали. Лучше ехать помедленнее. Тут слишком слабый тормоз. Папа-свин все еще не вернулся. Мама, куда же делся папа? Не волнуйся, Пеппа. Наверное, папе так понравилось, что он решил еще покататься. Папа, где же ты был? Я съехал с высокого холма, а потом пришлось заталкивать велосипед обратно. О, бедный папа-свин. Но зато я закончил занятие. Да, на сегодня. Что ты хочешь сказать? Завтра тебе нужно будет заниматься опять. Что? Папа, чтобы похудеть, надо заниматься каждый день. О, нет. Не волнуйся, папа, у тебя все получится. Да, я не сомневаюсь. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама-свинка. А вот папа-свин. Свинка Пеппа. Кукольный театр Хлои. Пеппа и ее семья едут в гости к дяде Свину, тете Свинке и Хлое. Наверное, дядя Свин, как всегда, уснет сразу после обеда. Папа-свин,
Нельзя говорить так о своем родном брате, особенно перед детишками. Но это правда. Дядя Свин всегда слишком много ест, засыпает и громко храпит. Вот так. Пепе, Джордж, забудьте, что я сказал про дядю Свин. Ладно, папа. Пеппа и ее семья приехали в дом дяди Свина и тети Свинки. Привет, тетя Свинка и дядя Свин. Привет. Здравствуйте всем. Привет, старший брат. Дядя Свин – брат папы Свина. Свинка Хлоя – двоюродная сестра Пеппы и привет, Джорджа. Привет, Хлоя. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Я вам кое-что покажу. Подожди! Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа, я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр. Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно, страшная кукла-динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу-динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Идите обедать. Идем. После обеда поиграем в кукольный театр. Ура! Тетя Свинка приготовила на обед спагетти. Спагетти просто объедение. Лучшие спагетти в мире. Сразу видно, что вы братья. Совершенно одинаковые. Почему это? Мы совсем не похожи. Пеппа, Джордж и я покажем вам представление. Как здорово! Не забудьте нас позвать. Кукольный театр звучит здорово. А я успею съесть еще спагетти? Можно мне тоже добавки? Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. Ну, а я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда? О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. О, папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свина. Думаю, что папа Свин и дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и папа Свин крепко уснули. Сразу видно, что они братья. Что случилось? Представление уже началось? Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Очень жаркий день. Сияет солнышко. Сегодня очень жаркий день. Какой чудесный денек. Пеппа и Джордж надели сапожки. Они бегут попрыгать в лужицах. Я люблю лужицы. Оу. Ай-яй-яй, сегодня так жарко, что даже лужицы высохли. Мама, папа, лужицы высохли, и мы не можем прыгать.
поиграть? Ничего, Пеппа. Сегодня так солнечно, что вы можете поиграть в бассейне. Да, мы хотим в бассейн. Сначала вы должны переодеться для купания. Да, мама. Пеппа и Джордж переоделись для купания. Мама-свинка надела свой купальник, а папа-свинь надел свои плавки. Сегодня так жарко, что вам нужен крем. Он жирный и противный. Сколько шума из-за ерунды. Да, нам всем нужно намазаться кремом. Оу! Пойдем, Джордж. Давай-ка надуем наш бассейн. Папа-свин надувает бассейн. О, проще простого. Пеппа держит насос, а мама-свинка включает воду. Где же вода? Пеппа и Джордж любят купаться в бассейне. Мороженое, мороженое. Мисс-крочиха, мороженщица. Мороженое. В жаркие дни мисс-крольчиха продает мороженое. Мама, папа, а можно нам с Джорджем мороженого? Можно, ведь сегодня особенно жаркий день. Ура! Купите для меня тоже. Все любят мороженое. Привет, мама-свинка, Пеппа и Джордж. Привет, мисс-крольчиха. Какое мороженое вы будете? Можно мне один рожок, мисс-крольчиха? Ну, конечно, Пеппа. Спасибо. Мне и папе-свину тоже по рожку. Ну, а что же будет наш маленький Джордж? Динозавр. Динозавра? Глупый Джордж. Он всегда про все говорит динозавр. Ну, тебе очень повезло. У меня есть мороженое в форме динозавра. Вот, держи. Динозавр. Джордж, ешь мороженое, не то растает. Динозавр. Джорджу так нравится его мороженое динозавр, что он не хочет его есть. Спасибо, мисс Крольчиха. Всего хорошего. Джордж, ты должен съесть мороженое, пока оно не растаяло и не упало. Ну вот, мороженое Джорджа растаяло и упало на землю. Ничего, Джордж, можешь попробовать папино мороженое. Он не будет возражать. Сегодня так жарко, что папа-свин даже уснул. Папе-свину очень жарко. Давайте обрызгаем папу, чтобы охладить его. Правильно, Пеппа. Что случилось? Ты был весь красный от жары, папа-свин. Вот мы тебя и охладили. О, ясно. Спасибо, Пеппа. Смотрите, а вот и лужицы. Скорее, бежим за сапожками. Пеппа и Джордж надели сапожки. Пеппа и Джордж любят жаркие дни. А больше всего они любят прыгать в лужицы. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама-свинка. А вот папа-свин. Свинка Пеппа. Музей. Пеппа и ее семья приехали в музей. Папа, а что такое музей? Это место, где много всяких интересных старых вещей. Старше тебя? Да, даже старше меня. О, какие старые. Там есть зал с вещами, которые принадлежали древним королям и королевам. Ой, я так хочу пойти в этот зал. А еще зал с настоящим динозавром. Вау, динозавр.
Привет, мама-свинка. Привет, мисс Крольчиха. Сколько вам билетов? 2 взрослых и 2 детских. Динозавр. И динозавру. Пеппа хочет увидеть вещи, принадлежавшие королям и королевам. Ух ты! Динозавр. А Джордж хочет увидеть динозавра. Не плачь, Джордж. Мы скоро пойдем к динозавру. Пеппа, это вещи, которые были у королей давным-давно. Вот королевский стул. Золотой трон. Он красивый. Платье королевы. Какое милое. Смотри, Пеппа, настоящая золотая корона. Ух ты, чудесные вещи. Мама, где королевский телевизор? Тогда не было телевизора. Как не было? А компьютеры были? Нет, компьютеров тоже не было. Чем же они занимались? Мама, будь я королевой, я бы ела одни пирожные. Пеппа воображает себя королевой. Объеденье. Что прикажете, королева Пеппа? Я? Еще одно пирожное. О, да. Пойдемте. Иду, папа. Папа, я королева. Ты должен мне поклониться. О, прошу прощения, ваше величество. Чем вы занимаетесь? Я ваш папа. Интересное занятие. Да, очень интересное. Что это за зал? Это зал с динозавром. С динозавром? Джордж, это зал с динозавром. Динозавр. Где же динозавр? Где-то в этом зале. Я не вижу. Он, наверное, маленький. Нет, Пеппа, он очень большой. Ой. Это скелет настоящего динозавра. Динозавр. Джордж воображает себя большим динозавром. Это динозавр! Спасите, спасите! Это самый любимый зал Джорджа. А мой любимый – это королевский зал. А папа-свин пошел в свой любимый зал. А какой это зал, мама? Зал с пирожками. Любимый зал папы-свина – это буфет музея. Ну-ка, садитесь. О, да. Это хороший зал. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Маскарад. У Пеппы и Джорджа сегодня праздник маскарад. Они пригласили всех друзей. Пеппа нарядилась принцессой-фей. А Джордж нарядился динозавром. Динозавр. А вот и друзья Пеппы. Киска Кэнди, овечка Сьюзи, щенок Дэнни, крольчонок Ребекка и пони Педро. Сьюзи нарядилась в костюм медсестры. Привет, Сьюзи. Привет, мистер Свин. Я рад, что здесь медсестра. Ты приехала из больницы? А, но я не медсестра. Это только костюм. Хорошо. Ух ты! Кто это? Я пират! Свистать всех наверх! Я ведьма!
Я могу превратить вас в жаб. Эй. А я клоун. Здорово. Ну, ты кто, Ребекка? Я морковка. Потрясающе. Входите, принцесса фей и динозавр ждут вас. Всем привет. Привет, Пеппа. Привет, Пеппа. Привет, Сьюзи. Я принцесса Пеппа. Ты должна мне поклониться. Ваше величество. Я медсестра. Откройте рот. Скажите а. Я клоун. Покажи что-нибудь. Зачем ты нарядилась морковкой? Я люблю морковь. Динозавр. О, страшно, динозавр. Пеппа любуется собой в зеркало. Свет мой зеркальце, скажи, кто прекрасней всех на свете? Это ты, Пеппа. Привет, Пеппа. Привет, я принцесса фей. А я ведьма. Вот моя волшебная палочка. А вот моя палочка. Я превращу тебя в жабу. А я превращу в жабу тебя. Динозавр. Ай-яй-яй, Джордж испугался своего отражения. Глупенький Джордж, смотри, это же ты в зеркале. Дети, сейчас мы должны выбрать самый лучший костюм. Нам нужен судья. Я! Раз празднив честь Пеппы, пусть она будет судьей. Я судья! Папа, кто такой судья? Судья решает, чей костюм лучший. Хорошо. Пеппа должна выбрать, у кого лучший костюм. Сьюзи, покажи нам свой костюм. Я медсестра, я лечу людей. Прекрасно, медсестра. Теперь Дэнни. Я пират, свистать всех наверх. Теперь Кэнди. Я ведьма, я превращу тебя в жабу. Я принцесса фей, я превращу тебя в жабу. Дети, дети. Прости, мама. Кто теперь? Я клоун. Ой. Смешно. Ребекка? Я морковка. Чудно. Мой младший брат Джордж — страшный динозавр. Все костюмы замечательные. Ура! А теперь назови победителя. Ах, да. А победитель я. Ты не можешь выбрать себя, ты же судья. Судья? Выбери кого-нибудь другого. Ладно, морковка. Ура! Спасибо. Пеппа любит маскарад. Все любят маскарад. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Домик на дереве. Пеппа и Джордж приехали в гости к бабушке и дедушке. Бабушка! Бабушка! Привет, мои малыши. Прежде чем заходить, снимите грязные сапоги. Да, бабушка. Пеппа, Джордж, смотрите, что у меня есть. Занавески. А зачем такие маленькие занавески? Это сюрприз. Хотите посмотреть, что дедушка свин строит в саду? Хотим! Дедушка! Девушка! Привет, Пеппа, Джордж! Смотрите-ка, что я построил. Это ваш домик. На дереве! Наш Джорджем! А это занавески для вашего домика. Ура! Пеппе и Джорджу нравится домик на дереве. Спасибо, бабушка. Спасибо, дедушка.
Хо-хо-хо! Кто хочет зайти внутрь первым? Я! Тогда входи. Прежде чем войти в домик, нужно снять грязные сапоги. Я в нашем доме! Я в нашем доме! Джордж, ты тоже хочешь зайти в домик? Да, кто там? Поросенок Джордж проходил мимо. Можно ему войти? Если он снимет грязные сапоги. Джордж, сними сапоги и можешь зайти в домик к Пепе. Кто там? Джордж. Да, кто там? Мама-свинка, у вас есть место для гостей? Нужно сказать тайные слова. Тогда ты можешь войти. Ладно, а какие тайные слова? Я скажу тебе на ушко. Тайные слова такие. Большой папин живот. Ясно. Скажи тайные слова. Большой папин живот. Правильно! Большой папин живот! По-моему, глупые тайные слова. Мама, прежде чем войти, нужно снять сапоги. Конечно! Есть место для папы. Скажи тайные слова. Можно мне другие тайные слова? Нет! Ну ладно. Большой папин живот. Правильно! Можешь войти, папа. Снимай сапоги. Я не могу пролезть в дверь. У тебя слишком большой живот. Я знаю, пап-свин может залезть сверху. Пеппа, Джордж, мама-свинка и папа-свин сидят в домике на дереве. Мне нравится наш домик. Я никогда из него не выйду. Хорошо, Пеппа, но может ты зайдешь в гости в мой дом? Нет, спасибо. Ну, тогда нам с дедушкой придется есть печенье совсем одним. О, печенье! Бабушка! Я приготовила печенье, но чтобы войти, нужно сказать тайное слово. Это просто большой папин живот. Правильно. А мне кажется, что это очень глупые тайные слова. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Спящая принцесса. Наступила ночь. Пеппа и Джордж готовятся спать. Спокойной вам ночи. Мама, папа. Что, Пеппа? Я не хочу спать. Можно мне сказку? Может, Джордж хочет спать? Мы будем ему мешать. Джордж, ты хочешь сказку? Скажи «да». Ну, ладно. Я, пожалуй, расскажу одну сказку. Обещайте, что после сказки будете засыпать. Обещаем. Пожалуй, я расскажу вам про спящую принцессу. Это хорошая сказка? Вдруг она скучная? Она не скучная, она интересная. Там будет маленькая принцесса. Пеппа, если будешь болтать, папа никогда не начнет. Прости, мама. Так там будет маленькая принцесса, папа? Да, там будет маленькая принцесса. Спящая принцесса. Давным-давно
Жила-была в замке маленькая принцесса. Ее звали Спящая принцесса. Папа, а почему ее так звали? Мы до этого дойдем. Она была красивая, папа? Да, очень красивая. Она обожала любоваться на себя в зеркала. Я так хороша! А кто еще жил в замке? Еще в замке жил маленький принц, королева-мама и король-папа. Правильно, они тоже жили в замке. А у короля-папы был большой живот? Конечно, нет. Он был очень красивым, как я. Так вот, еще там был дракон. Динозавр! Динозавр? Ах да, это был не дракон, это был динозавр. Рядом с замком жил большой свирепый динозавр. Ну вот, может, динозавр был не таким свирепым, папа Свин? Прости, Джордж. Нет, динозавр был очень тихим. Он ел одну траву. Папа Свин. Ой, простите, я показывал динозавра. Папа, почему же принцессу звали Спящей? Скоро узнаешь. Видишь, солнце село, появилась луна и звезды, и всем очень хотелось спать. Но больше всех хотела спать спящая принцесса. Пеппа, а тебе хочется спать? Нет, папа, я совсем не хочу спать. А кое-кто хочет. Джордж, проснись! Ты пропустишь всю сказку! Ну, может, Пеппа и не хочет спать, а спящая принцесса хотела. Она целый день смотрелась в зеркало и ужасно устала. Тебе пора в кроватку. Добрых снов. Спящей принцессе так хотелось спать, что она сразу же заснула. Спасибо за сказку, король-папа. Не за что, королева-мать. Нашим принцу и принцессе тоже понравилось. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Свинка Пеппа. Поход. Пеппа и ее семья отправились в поход. Я люблю походы. Ну, приехали. Пеппа, Джордж, с этой палаткой я ходил в походы в детстве. Папа, как ты сделаешь из этого палатку? Не волнуйся, Пеппа, я разбираюсь в палатках. Мама-свинка, клади тент на столбики. Вот и все. Проще простого. Ой. А зачем эти колышки? Точно! Я забыл про колышки. Колышки не дают палатке упасть. Все. Эта палатка маловата. В детстве я в ней помещался. С тех пор она уменьшилась. Все дело в том, что с тех пор ты чуть-чуть вырос, папа Свин. А твой живот вырос больше всего. Кстати, о животе. Пора готовить ужин. Да, да! Сперва нужно набрать дров для костра. Пеппа и Джордж помогают папе Свину собирать дрова для костра. Джордж, я буду собирать, а ты носить. Собирать дрова весело. Все, этого хватит. Прекрасный костер. Я разожгу его. Возьми спички. Спички не нужны. Папа, как
как разжечь огонь без спичек? Я разведу огонь по-старому. Нужно потереть две палочки. Папа Свин трет палочки друг от друга, чтобы развести огонь. А где огонь, папа? Еще чуть-чуть. Ура! Проще простого. Теперь разогреем томатный суп. Слышите звуки природы? Что это за звук? Это поют сверчки. А это? Это сова. Смотри, вот она. Ого! А это что такое? О, я не знаю. Это папин живот. Урчание в животе – лучший звук природы. Значит, пора есть. Я люблю томатный суп. Я тоже. Вот еще один папин звук природы. Что? Пойдемте, дети, в палатку, пора спать. Мы все не влезем. Она маленькая. Не волнуйтесь, полезайте. Поглубже, мама-свинка. Папа, ты слишком большой. Ничего, я могу поспать на улице. Добрых снов, папа-свин. Пока, папа. Пока. Спокойной ночи. Мама-свинка, Пеппа и Джордж спят в палатке. Папа-свин спит на улице под звездами. Я люблю походы. Сон на свежем воздухе под звездами. Может, это была неудачная идея? Уже утро. Папа, в палатке было так уютно. Ой, а где же папа? Папа-свин исчез. Бедный папа-свин. Наверное, он замерз. Куда он делся? Что это за звук? Похоже на храп. Папа-свин! Что? Ты в порядке? Ну, конечно. Я умею ходить в походы. Я спал в машине. Глупенький пап. Как же я люблю походы.